Такие дисководы сейчас нахрен никому не нужны. Многие просто их выкидывают, не зная, что там внутри есть нечто ценное. И ты сейчас будешь в шоке от того, что узнаешь. Разобрать этот хлам можно обычной крестовой отверткой. Сложного совершенно ничего нету. Нужно просто все открутить и добраться вот до этой штуки. Всякие интересные штучки советую не выкидывать, пригодится когда-нибудь. А все остальное можешь ломать, выдирать как хочешь. Самое главное — добраться до лазера и не повредить его. Кстати, у этих болтиков очень прикольные резиновые демпферы, их тоже можешь себе сохранить. Они круто погасят вибрации жесткого диска. И вот она, лазерная установка, в центре которой установлен настоящий алмаз, который фокусирует пучок лазера. И этот алмаз, между прочим, очень дорогой. Любой ювелир даст тебе за этот алмаз приличные деньги. Так что теперь ты знаешь, как заработать на новую видеокарту.